Ата Адонай Логину Мелегалам Шерпархабану Мікульгамім Внатанлану Торато. Барух Ата Адонай Нотенга Тора. Благословен ти Господь наш, Владика Вселенной, избравши нас среди народов, даровавши нам Тору. Благословен ти Господь, дающий Тору. Амен. Приветствую дорогую общину, моих братьев и сестер на этом месте, друзья. Сегодня праздник, Шаббат, это праздник Господень, мы откликнулись на него, это большое счастье, что мы пришли в этот чудесный день, живя в этом чудесном городе своими ногами, пришли сюда, находимся в общении, и написано, что мы находимся в общении, кровь Иешуа, она омывает нас, происходит нечто таинственное, что благотворно влияет на нашу жизнь. Давайте скажем амен, как подтверждение того, что это действительно так. Амен. Так, и сегодня мы рассмотрим отрывок Торы под названием «Вайгаш». Это Брешит или Бытие 44.18 по 47.27. Ну и заодно и предыдущую главу Микец. Это Брешит 41.1 и 44.17, потому что ну, мы не рассмотрели ее в связи с праздником на прошлый раз. То есть фактически мы сегодня рассматриваем с первого стиха 41 главы по 28 стих, 47 главы. В этих главах продолжается описание истории жизни Иосифа в Египте, начиная со сна фараона. Затем повествуется, как благодаря толкованию снов Иосиф был возвеличен фараоном, да? Значит, и вплоть до того, что его история с братьями и переселение семьи Иакова в Египет. Этим как бы отрывок заканчивается. То есть фактически основная часть из жизни Иосифа. Ну, честно сказать, мы очень подробно рассматривали эту часть. Помните, прошлый год, да? Вот. 10 проповедей было на эту тему. Вот. И это было благословенное время. Мы их можем найти и в интернете посмотреть. Вот. А сегодня мне хочется, есть такое желание на сердце. Я не буду говорить Бог. Ну, вот у меня легло на сердце говорить сегодня вот, о Божьих цифрах, которые были библейских цифрах, которые были в жизни, записаны на страницах Библии и жизни этой семьи. Вот. Ну и тем более, что как раз в это время мы рассматриваем уже завершение истории одной семьи, да, и повествование, оно плавно переходит в историю еврейского народа, да, то есть заканчивается история семьи, вот, значит, и начинается история еврейского народа, уже как народа в целом. Вот. И я буду говорить о цифрах. Может быть, они не играют такой, знаете, значительной роли, вот, но часто, не то что часто, вот у меня, например, возникали некоторые такие вот моменты, вот, которые, недопонимание, может быть, знаете, вроде бы все понятно, а в то же время, что-то и не все понятно. Ну, например, почему Авраам, вот к нему, мы знаем, когда Стефан, из Деяний, да, 7 глава, Стефан рассказывал об Аврааме, сказал, что к нему Бог обратился еще, когда он находился в Уре, в Месопотамии, и сказал, выйди, да, из дома, из земли этой, и иди в землю, которую я тебе укажу. Вот, почему он так, бодренько поднялся и ушел. Хорошее место было, в общем-то, по большому счету. Ур – это был центр цивилизации, торговый город, в котором были каменные дома, там 12 на 12 двухэтажные, значит, были храмы, там, значит, был водопровод, извините, туалет там был даже, и налоговая была там такая серьезная, потому что там нашли очень много отчетов налоговые там и так далее. То есть это было хорошее место. Он поднялся и пошел. Ну и его любимый папа, вообще для меня непонятно, почему его любимый папа, о котором сказано, что в общем-то в 24 главе Иисуса Навина сказано о том, что он служил иным богам, вот, значит, почему тоже поднялся и пошел вместе с ним, а ему было ни много ни мало 200 лет. Почему Авраам встретил Мелхиседека, тоже так достаточно ни с того ни с сего, кажется, да, отдал, значит, десятину, да, вот. Такие случаи, они вызывают определенные размышления, так вот скажем. Вот. И у меня так они были, так помаленьку они накапливались, вот. В течение моего хождения я находил на них
ну, христианского хождения МИДа, я находил на них ответы, но в то же время все равно вопросы были. Вот. Ну и сейчас некоторые из них я подниму, вот, для того, чтобы, может быть, это даст нам понимание, да, вот, то есть, ну, и более глубокое понимание, вот, именно что происходило внутри этой семьи, как она созидалась, да, что двигало этой семьей. Вот. Мы понимаем, что, конечно, самое главное, что двигало этой семьей, это было личное откровение Бога в их жизнь, да, лучших представителей этой семьи. Потому что когда говорит Бог, это самое сильное, что может быть в жизни верующего человека. Но в то же время было еще нечто. Вот об этом нечто, значит, мы сегодня и поговорим. Вот. Пришит, то есть Бытие 47, 8-9 стих. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И я задался как бы себе вопросом, где находится вот эта встреча Иакова с фараоном, да? Где она находится, ну, на временной шкале человечества того времени. Ну, с этого начались мои поиски. Я вернулся назад в первые главы книги Брешит, в 11 главе, увидел, что там дается очень подробное описание родословия Сима. Так на втором году после потопа написано, да, родился его сын Арфаксад. Значит, Симу в это время, там также написано, было 100 лет, и написано, что после этого он прожил 500 лет. То есть Сим прожил после потопа 502 года. Запомнили эту цифру. В предыдущих главах написано, что Ной после потопа прожил 350 лет. Тоже запомнили эту цифру. Идем дальше. Значит, после рождения Арфаксада, значит, даны очень подробненько рождение, ну, следующих поколений. Например, такой-то родился в 30 лет, родил такого-то, тот в 34 года родил такого-то, тот в 32 родил такого-то. Да? И то есть очень подробно описано, как, ну, дальнейшая родословная Сима. И мы можем определить, что, ну, прослеживая это все, считая, мы можем определить, что Фара родился через, то, отец Авраам родился в 222 году, через 222 года после потопа. И в 70 лет, значит, то есть в 292 году, значит, у него родились, написано, Авраам, Нахор и Арам. Вот, значит, ну, одновременно вроде бы родились, но так, такого быть не может, правильно? Поэтому мы смотрим, а когда же родился Авраам? Мы видим, что он был первенцем. Он был первым назван, значит, он был первенцем. Значит, и мы узнаем в дальнейшем, там в 12 главе, мы видим, что Авраам вышел из Харана, когда умер его отец, которому было 205 лет, а Аврааму было в это время 75 лет. И мы узнаем, что, оказывается, он был рожден, когда Фаре было 130 лет. Да? Запомнили это. Таким образом, мы прибавляем к моменту, то есть таким образом мы понимаем, что Авраам был рожден, ну, 222 плюс, когда был рожден Фара, плюс 130, да, что он был рожден через 352 года после потопа. То есть Авраам появился на свет через 2 года после того, как умер Ной. Ной, кстати, жил достаточно недалеко, ну, по нашим меркам, примерно как Овидиополь от Одессы. Ну, это по преданиям. Где-то там километров 50-60, я такую цифру встречал. Вот, значит, мы как бы это запомним. Таким образом, мы видим, что лично Авраам был 150 лет, он был современником Сима. Ну, это мы узнаем, 502 года минус 252 года, ну, со времени рождения Авраама. 150 лет, мы видим, что Авраам был современником Сима. Его отец Фара, да? Значит, был 128 лет, он был современником Ноя, и всю свою жизнь, все 205 лет, он был современником Сима. Вот. Более того, даже Исаак на протяжении 50 лет тоже был современником Сима. Вот. И тогда, как бы, когда мы это сопоставляем, мы понимаем тот временной отрезок, где они находились на истории человечества, и мы понимаем, что их пути вполне могли пересекаться с путями Ноя, правильно? Значит, могли пересекаться с Симом.
Вот. И они могли получить это откровение, от людей, которые знали, мы давайте вспомним, что Ной 98 лет жил, был современником Мафусала, который знал в свое время, более 200 лет знал Адама. И на самом деле мы видим, что, да, что Адам, Мафусал, Ной и Сим, которые знали Мафусала, все, и дальше уже Фара, и это очень немного. То есть по временным параметрам это больше 2000 лет, но по личному передаче откровения и понимания, да, друг, ну, как бы в семье, значит, мы видим, что, в общем-то, это было не так это давно. То есть эти люди, они имели понимание о Боге, сотворившем небо и землю. Они имели понимание о Боге Всевышнем. Они имели понимание, кто Он такой. И поэтому тогда понятно, почему папа, когда к нему пришел Авраам, ну, я говорю гипотетически, когда он к нему пришел, говорит, я получил откровение от Господа, мне надо идти. Он сказал, я с тобой пойду, сынок, я знаю, кто тебе сказал. Вот. Ну, есть предание, что в молодом возрасте Фара такие... Он выступал за единобожие, ну, это история еврейского народа, значит, и, соответственно, был гоним за то, что он выступал против тех богов, которым поклонялись урияне. Вот. Значит, то есть многие поступки уже как бы они вкладываются. И вопрос с этим, и вопрос с Мелхиседеком, да, почему. То есть, когда Авраам увидел Мелхиседека, он недоумевал, о, кто это? Мелхиседек, а там я ему десятину. Это было немножко не так. Понимаете, он понимал, о, это священник Бога живого. Ну, есть еще одно предание, что это был Сим. Вот мы не знаем. Вот, Таким образом, мы видим, что в это время было достаточно много людей, которые знали и имели откровение. Это не просто было время такого, знаете, вообще о Боге никто ничего не знал. Да, это было время язычества, это было время идолопоклонства, но в то же время были люди, которые знали Бога, были его священники. Значит, Мелхиседек, он был царем целого города, то есть его подчиненные, они точно поклонялись Богу Всевышнему. Значит, мы знаем, что и Иов, и ну, он был примерно, он был, значит, современником Авраама. Значит, Иов и его друзья, они тоже поклонялись, они знали о Боге Всевышнем. То есть эта семья, она была причастна пониманию того, кто есть Бог. И когда этот Бог, он говорил в их жизнь, то откровение, оно приходило на знание. То есть и это была хорошая хорошая почва была для откровения. Аминь. Вот. Отсюда мы можем датировать многие библейские события относительно потопа. Так, через 427 лет после потопа Авраам начал свой путь в Ханаан. Откуда 427 лет? 352 года его рождения, да? Ну, после его рождения, после потопа, плюс 75 лет, когда он вышел из Харана. Ну, эту же цифру, есть такой справочник Гилея, значит, она тоже подтверждает, 427 лет. Через 25 лет чудесным образом рождается Исаак, через 60 лет Иаков, и еще через 130 лет Иаков со своей семьей приходит в Египет, и происходит то, что мы вот с вами читали в 47 главе, 8-9 стих. «Сколько лет жизни твоей? 130 лет». Это произошло, значит, 427 плюс, через 215 лет после выхода Авраама из Харана, и, значит, через 642 года после потопа. Ну, вполне возможно, что я в чем-то здесь ошибился, я надеюсь, что ненадолго, и, соответственно, Дмитрий Виткевич, который здесь присутствует, он меня поправит. Он тоже очень любит библейские цифры, он и эту любовь он тоже передал мне. Вот. Еще раз повторяю, значит, конечно, в основе жизни этой семьи было Божье божественное откровение. Вот, значит, но это откровение, оно падало на хорошую подготовленную почву. Еще раз посмотрим на цифру 130 лет Иакова. Иосифу в это время было, значит, 30. Ну, мы знаем, в 30 лет он предстал перед фараоном, правильно? Значит, да, это было на втором году Иосиф встретился с отцом, вот, и этот фараон задал ему этот вопрос. В какое время? Это был второй год засухи, да? Значит, это, поэтому Иосиф предстал перед фараоном 30 лет, это написано, это же отрывок, плюс 7 лет, значит, хороших, да, и плюс 2 года. То есть 39 лет. То есть мы видим, что, значит,
Иосиф, он был рожден, когда Иакову было, ну, примерно 90, там, 91 год. Давайте цифру 90. То есть мы отнимаем от 130, мы отнимаем 39, там, 40, да? Вот, значит, примерно 90 лет. И как будто, почему я начал, как бы, пришел в комментарии именно к этому моменту, я читал, начал читать историю Иосифа, значит, ему 17 лет, а это 37 глава, а в 35 главе написано, что Иаков похоронил своего отца, которому было 180 лет. Мы знаем, 180, значит, минус 60, ну, в 60 лет родился Иаков, то есть Иакову в этот момент было... было 120 лет. Я читаю, 35 глава, Иакову 120 лет, значит, потом 37 глава, значит, Иосифу 17, потом читаю 41 главу, значит, 130 лет, да? Ну, как-то немножечко нет. То есть, получается, через 22 года после ухода, вернее, после продажи Иосифа в рабство, через 22 года, ну, должно быть побольше ему лет, если, ну, все идет как бы по графику, да, 120 там и так далее. Вот, значит, то есть или 10 лет, или 22 года, что произошло. Я начал рассматривать и все-таки понял, что Исаак, он умер в тот год, когда Иосиф был представлен перед фараоном. То есть в этот момент, значит, то есть мы видим, что, ну, опять же, из этих 130 лет, которые мы, ну, 130 лет Иакова, которые мы рассматриваем, да, то есть Иакову 130 лет, минус 40, значит, то есть в 90 лет родился Иосиф, значит, а в момент встречи, в момент похорон Исаака, значит, было 120 лет, то есть 30 лет как раз в этот момент было Иосиф, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, может быть, не совсем, я не совсем, может быть, как бы понятно говорю, но, значит, суть в чем, что в момент, когда Иакову было 90 лет, то есть в момент, когда Иакову было 120 лет, Иосифу было 30 лет. То есть он был в этот момент в Египте. И эта ситуация с этими как бы несоответствиями, она была следующая. Повествователь, он рассказывает в целом, повествование дает в целом, да, а потом берет и из этого целого вычленяет историю с Иосифом. Да, вот это понятно, да? Вот. Ну и здесь тот, кто меня слушает внимательно, значит, о том, что Иосиф родился, когда Иакову было 90 лет, скажет: во-во-во, сейчас постойте, значит, что, ну, что-то непонятно. Если он был в 90 лет рожден, да, значит, а он в это время находился в Харане, правильно? Те, кто цифры библейские, ну, как бы смотрит за этим. Может, в это время в Харане был, потому что после рождения Иосифа он еще 6 лет служил за скот. То есть на 14-м году он был рожден. Вау, а в каком же возрасте он тогда пришел к Рахиле? Вы не задавали себе этот вопрос? То есть на 14 году, значит, он женился на Рахиле, когда через 7 лет после того, как он пришел. То есть мы считаем и видим, что в 77 лет, значит, Иаков пришел к Лавану, в 77 лет, да, в 84 года он женился, да, а в 90 лет у него родился Иосиф, и он был, извините, 11-м сыном. И тогда возникает еще один вопрос, значит, а как это, так быстренько они родились? Ну да, мы видим, что с 84 по 90 год, значит, у Иакова родилось 11 сыновей. Ну, я правильно говорю или нет? То есть, в 77 лет он пришел, 7 лет он служил за жен, да? Потом он женился, 84, и мы видим, что в 90, ну, вот эта вот цифра, от которой у нас все идет, 130 лет Иакову, да? Значит, то есть мы разматываем все это дело. Оказывается, значит, все было немножечко не так, как мы себе представляем. Он был достаточно такой взрослый человек. Вот. Ну, понятно, что это не наш возраст, потому что Иаков прожил 147 лет, его отец прожил 180 лет и так далее. Он был, наверное, достаточно крепок и привлекателен. Вот. Ну и жены его очень любили, потому что они очень старались для него рождать сыновей, дочерей и так далее. Вот. И за 6 лет они родили ему как бы этих детей. Значит, зачем я это говорю, понимаете? Ну, когда мы начинаем об этом размышлять, мы видим,
как следствие, например, вот этого, ну, одно из следствий, мы видим, что это были, в общем-то, молодые ребята все. То есть, когда Иосифу было 17 лет, то Рувиму первенцу было, ну, 23-24 года. Это были, ну, молодые ребята. И тогда понятно, почему они с такой жестокостью они отнеслись к Иосифу. Потому что если бы им было 40 лет, ну, это было бы, знаете, ну, такое, ну, негодяйство вообще-то было бы. А 23-24 года, ну, в этот момент молодость, она может творить самые неразумные дела. Тем более воспитание у них, к сожалению, было не самое лучшее. Папа занимался разборками между женами, а дети, они, значит, там, ну, вели себя несоответствующим образом. Понимаете? Вот. То есть, как бы, когда вот эти цифры, они говорят нам, ну, как бы оживляют для нас Библию, да, они оживляют для нас историю, и все становится каким-то таким, ну, приближенным, оно становится, ну, не просто повествованием дней далеких, потому что на самом деле, что такое 642 года было вот для Иосифа, например, вот в момент встречи с папой? Это примерно как для нас, ну, история Куликовской битвы, она примерно вот тоже произошла вот примерно где-то лет 640 назад, примерно, значит, точно, 1380 год, ну, в таком плане, да, примерно столько. То есть это была история, но это была не такая история. То есть Иосиф, он знал, что 642 года назад, значит, был потоп, да, вот, а еще раньше, значит, жил Адам и так далее. То есть это все знали, и Иосиф знал об этом, и он встречал Исаака, который разговаривал с Симом, который знал Сим, который знал Мафусала, который знал Адама. То есть это все было очень реально, очень приближенно к нему. Это было очень приближенно к нему. И у меня еще есть буквально одна минутка. Хочу закончить еще пару цифр таких небольших. Иосифу было, это Бытие 41. Иосифу было. Да, вот еще к нашим молодым людям, да, братьям Иосифа. То есть то есть мы возвращаемся, это были люди одного возраста примерно, то есть, ну, одного поколения, да, вот. И, как мы говорили, не лучшее воспитание. Но сила нашего Бога как раз она и состоит в том, что Господь, Он берет несовершенное, да, вот, и делает через несовершенных людей великие дела. То есть через несовершенных людей, значит, Он создал великий народ с великим будущим. И он продолжает это делать. Мы вспомним учеников Иешуа, да, которые были тоже не самые совершенные. Ну и мы здесь собрались, в общем-то, тоже далеко не самые совершенные, что мы, в общем-то, иногда и чувствуем. Да? Вот, значит, и у Бога, у него есть прекрасные инструменты для работы с несовершенными людьми. Это время и обстоятельства. Вот, и это было видно и в жизни Иосифа, и в жизни его братьев. Так, Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, это Бытие 41-46. Он был продан в рабство в 17 лет, да, и через 13 лет, то есть пройдя рабство, пройдя тюрьму, 13 лет тюрьмы, он был представлен фараону, значит, и толковал его сны. В общем-то, вот смотришь на эту ситуацию и думаешь, ну хороший же парень был, да, в общем-то, ну немножечко такой открытый, такой расположенный к людям, да, такой весь, значит, и, ну, может быть, немножко тщеславный, вот, но понадобилось 13 лет, чтобы из него получился великий государственный муж, да, то есть человек с тем характером, которому Бог мог доверить свои великие дела. И если мы посмотрим историю его праотцов, мы видим, что Господь, Он тоже эти же инструменты Он использовал и в жизни Авраама, он 25 лет ждал своего сына, да, и Иакова 20 лет. Значит, если мы потом посмотрим, Давид тоже много лет, прежде чем стал царем, он был в таких стесненных обстоятельствах. Это стесненные обстоятельства, значит, это тот инструмент, который люди попадаются, понятно, что из-за несовершенства своего характера, но это тот инструмент, который Господь использует для того, чтобы работать с нами. И последнее. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Это тоже Бытие 41.1. Это из нашего же отрывка. То есть мы видим, что была история с виночерпием, значит, и с виночерпием и хлебодаром, да, значит, и после этого все равно Иосиф еще 2 года он находился в тюрьме. Ну, казалось бы, ну уже все, уже характер классный, все нормально, вот, и, ну, можно уже ему выйти, в общем-то, вот, но все равно
этого не произошло. Почему? Ну, давайте представим, если бы, допустим, он вышел в этот момент, куда бы он пошел? Ну, домой пошел бы. Конечно, он бы пошел домой к папе, который его ждал и который горевал о нем. И тогда бы не было бы и дальнейшей истории Библии, и не было бы того, что мы знаем в этой Библии. То есть у Господа нашего все находится под контролем. И Он добрый Отец, и всегда помнит о нас. И если, допустим, кто-то из вас, имея какие-то пророчества в свою жизнь, да, такие, знаете, серьезные, думает, вот, ну почему, уже прошло 1, 2, 3, 10 лет, этого не случается в моей жизни. Ну, вполне возможно, что Бог просто с тобой работает. А что, мне тогда ждать 25, 20 лет там и так далее? Ну, если к тебе обратился Господь и сказал, ну, в 75 лет, если тебе 75 лет, он сказал, и выйди из земли своего, и иди там в Ханаан и так далее, то вполне возможно, тебе придется ждать 25 лет. Но если ты более молодой, и он к тебе не обратился, то я надеюсь, что, в общем-то, времени пройдет не так много. И то, что Бог доброго говорил в нашу жизнь, в вашу жизнь, да, вот, то оно исполнится, чего я вам и желаю. Потому что наш Господь, Он желает для нас только доброго. Слава Ему за это. Аминь.